По сложившейся традиции, смотр песни и строя в 24-й школе проводят накануне Дня Победы последние несколько лет. К большому празднику, участие в котором принимает обычно вся школа, начинают готовиться за несколько недель до выхода на импровизированный плац. Дети готовят костюмы, учатся маршировать, выполнять строевые команды, приемы и разучивают патриотические песни. У каждого отряда свой командир в роли главнокомандующего – директор школы. Уже несколько лет проводится такой конкурс. С каждым годом он набирает обороты, потому что на самом деле самое главное – это воспитание именно военно-патриотического воспитания школьников. Принимают участие с 1 по 11 класс. Конкурс «Песни и строя» сегодня собрал немало зрителей. Марширующих поддерживали одноклассники и просто прохожие. Оценивала школьников строгое жюри – настоящие военные. Их на конкурс приглашают каждый год. Победители смотра «Песни и строя» выступят в День Победы на праздничном школьном параде, куда пригласят ветеранов Великой Отечественной. Выступить на общем параде здесь считается почетным. Ведь именно 9 мая занимает особое место в праздничном календаре 24-й школы.